приглашаем вас на зимнюю школу преподавателя 2020. Она проходит с 27 января по 2 февраля и предполагает три формата участия. Вольный слушатель, сертифицированный участник или квалифицированный участник. Кроме возможности участия в вебинарах, а также полного доступа к образовательной платформе Юрайт.ру, формат «Сертифицированный участник» предполагает получение специального документа, сертификата, по итогам зимней школы преподавателя. Взамен участнику необходимо до 9 февраля подарить книгу своей библиотеке. С образцом сертификата можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Для того, чтобы принять участие в зимней школе преподавателя, нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Если у вас уже есть аккаунт на образовательной платформе Юрайт, авторизуйтесь в личном кабинете, нажав кнопку «Войти». Если аккаунта на образовательной платформе Юрайт у вас еще нет, то необходимо пройти регистрацию, заполнив поля регистрационной формы. Вводим email. Он же является вашим логином. Указываем фамилию, имя и отчество. Выбираем организацию списка. Обращаем ваше внимание на то, что название организации вводится полностью. При необходимости можно указать подразделение. Указываем телефон. Далее выбираем преподаваемые дисциплины. Их может быть несколько. Убедившись, что все поля регистрационной формы заполнены верно, нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Для завершения регистрации необходимо перейти по ссылке, отправленной в письме, на тот адрес, который вы указали в регистрационной форме. Авторизуемся в личном кабинете. Переходим в раздел «Школа преподавателя». Мы сразу попадаем на вкладку «Персональные данные», так как формат участия уже был выбран нами на предыдущем этапе. При необходимости мы можем его изменить, после чего изменения обязательно нужно сохранить. Проверяем персональные данные, даем согласие на их обработку, нажимаем кнопку «Сохранить». Далее мы попадаем на вкладку «Подарок библиотеки», где можно сначала ознакомиться с подробной инструкцией о том, как подарить книгу, а затем выбрать книгу для подарка. По нажатию кнопки «Подарить» мы попадаем в каталог. Здесь мы можем воспользоваться поиском и фильтром, чтобы выбрать книгу. Добавляем ее в корзину. Переходим в заказ. Обращаем ваше внимание на то, что вы можете выбрать книги для подарка и в каталоге, и в списке книг, требующихся в библиотеке. Проверяем данные в заказе. Если все данные корректны, переходим к оплате. Выводится справочная информация о покупке сертификата. Нажимаем «Продолжить». Далее вводим данные вашей карты. Нажимаем «Заплатить». После оплаты регистрация сертифицированного участника зимней школы преподавателя успешно завершена.